Привет всем, дорогие друзья! С вами погнали! Let's play! Мы продолжаем играть в Overwatch. Погнали! Сейчас в Overwatch проходит такой ивент. Ну, это уже после этот байдей, вот я все называю ивентами. Ну, точнее, испытание на Накола от Дива. Ну, кто смотрел короткометражку про Диву на канале Overwatch.ru, те, я думаю, знают, что там был момент, когда, типа, там друг Дива открывал Нанаколу, и она такая самобанка. Нанакола, вкусняшка. И после этой короткометражки велит испытание в Overwatch. Оно осталось еще 11 дней. Короче, нужно победить в 9 матчах в режимах быстрая игра, аркада, либо соревновательная игра. И я уже это сделал. Значит, и что же я получил с этого? Сейчас я вам покажу. Давайте заходим в Диву. Ну, в первую очередь, вот такой вот красивенький облик Нанакола. Вот он, Нанакола. Такой вот облик. Красивенький. Также граффити. Так, это не это граффити. Это у меня просто граффити такое. Тоже есть красивое. Вот. Вот такое граффити. Это вот вкусняшка, типа. И освежись. Вот тоже граффити такое. Лично мне все очень нравится. Это очень круто. Вот, знаете, это очень круто просто. То есть, как бы, такие простые условия, победить всего лишь в 9 матчах, и это так щедро награждается. Спасибо большое разработчикам. Мы погнали сыграем. Просто реально разработчикам, им просто большущее спасибо. Потому что просто, то есть, победить 9 матчей, это, в принципе, не такое уж и сложное задание. Вы прибываете на King's Row. Ну, пока что это разминка. Но если сейчас будет Дива свободна, давайте возьмем ее. Да, Дива свободна, хорошо. Я играю ради победы. Ну, посмотрите, народ, значит. Вот этот стикер этот. Значит, не стикер, а граффити. Вот первое, освежись. И второе, вкусняшка. В принципе, они оба очень красивые. Ну, ладно, полетели разминаться. Если, конечно, успеем. Так, ну-ка. Полетели. Получай, падла. На тебе. Вот зараза, вдова. Вдова, зараза, нас поранила-то как. Но тем не менее, мы уже вышли из матча. Так. О, так если атаковать. Ну, я беру Диву. Потому что для атак Дива подходит. Да, в принципе, знаете, тут за атаку, если играть, то, в принципе, вот для атаки... Вот если даже не танк, то для атаки подходит Жнец, я знаю, вот очень хорошо подходит. И Красавчик. Вот, прям для атак это в самый раз будет. Вот если не танк. А вот если танк, то Дива в самый раз, если захватывать точку... Я играю ради победы. Здрасте. Давайте всех поприветствуем. И я вам сейчас покажу такую очень интересную зону. Потому что, видите, тут стоят игровые автоматы, которые, естественно, можно разбить. Но вот эта комната, и там еще внизу игровые автоматы. Это еще далеко не все. Сейчас я вам покажу. Видите, вон там еще есть этажи. Куда никак не побьешь абсолютно никак. Но мы же Дива, мы сможем. И мы легко сюда попали. Вон здесь еще игровые автоматы есть. А выйти отсюда мы сможем только спрыгнув отсюда. Но, опять же, мы же Дива, нам все нипочем. Ну, кроме вражеских пуль, конечно. Так, все. Повеселились и хватит. Погнали играть. На! Сейчас мы тебе твой щит уничтожим, Рейнхард. Ах ты падла, жнец. Ну-ка, спасибо. Спасибо, солдат. Вот вам ракеты. Кушайте ракеты. Получайте, подонки. Ну-ка, иди сюда, Гензи. Получай.
Слушай, это было быстро. Так, ну-ка, пускай наши захватывают, а я пойду уже туда. На, получай. Полетели. Слушай, нам сейчас таких пилюлей всыпят там. Вот вам. О, блин, это плохо. Летим. Вот, сукин сын. Ха-ха-ха, получай. Что ты думал, я без танка, ты меня сможешь сложить? А вот хрен тебе. На колени предо мной. А! Падла. О, блин, это плохо. Танк, быстро. Вот тебе. И тебе тоже, отдыхайте. Отдыхайте, лошары. Вот вам. О, блин, она свою ульту применила. Это нехорошо. Катализатор уничтожен. Давайте попробуем сейчас их обойти. Так, одну сложили. Получай, Анна, вот тебе. Попробуй, попробуй занерфить, подонок. Получай, получайте, твари. Вот тебе. Получайте ракеты. Ха. Вот и хорошо. Мы выиграли. ГГ. ГГВП. Ну-ка. Интересно, что же он такого сделал, этот Гензи. Ульту применил, наверное. А красавчик, чувак. Чувак, красавчик. Шо, этому Макэй отразил его уже ульту. Молодец. Но чувак все равно, ну, реально, он красавчик. Потому что эта ульта Макэй, она очень легко может... Ну, то есть она убивает просто вообще на изи. Потому что она работает по такому принципу, что... Типа... Автоприцел, то есть... И он смертельный. Это самый автоприцел. Давайте еще качку. Вот, а он ему отразил, тут же его автоприцел прям в голову. Красавчик. Ну, что ж, ребят, я вам показал Диву, показал ее эти, так сказать, граффити. Давайте теперь поиграем. Блин, уже не успеем. Уже не успели, блин. Жалко. Ладно. Я отдавай возьму хомяка. Пам, па-пам. Ну-ка. Что, кто-то здесь? Да! Уинстон! Вот тебе, получай, обезьяна. Блин, жалко, что мы ее убить не смогли. Вы прибываете на пост наблюдения Гибралтар. Давайте возьмем сейчас жница, если, конечно, успеем. Приготовьтесь к обороне. Так. Выберите героя. Я взял жница, и вот видите, у меня какой у меня скин тоже такой красивенький на жница, мотогонщик. Вот у меня еще есть, мне вот нравится тоже такой скин, Вордалак он называется. Но согласитесь, что вот этот скин, мотогонщик, он намного лучше. Вот знаете, мне он чем-то напоминает этого вот... Вот, знаете, там вот в фильме «Судья Дредд» там такие бойцы были. Вот чем-то так напоминает. Вот совсем капельку. Смерть. Уже я там.
Ну-ка. Давайте фразочки послушаем, жениться. И это все. Не отклоняйтесь от плана. Что смотришь? Вот нравится мне этот персонаж. Как и Зива. Набьем очков на новый рекорд. Постараемся. 30 секунд до атаки. Ну-ка. Здрасте. Привет. Свою граффити нанесу. Вот так мы выглядим со стороны. Давайте еще раз. Красиво. 5, 4, 3, 2, 1. Начинается атака. Остановите груз. Блин. Еще чуть-чуть я бы его добил. Патроны, зараза, закончились. Опа-на. Каким образом он нас не убил? Это только... Остается только догадываться. Это ж Ханза. Блин. А то, что, блин, Ханза, он своей стрелой, блин, может ваншотнуть. А, падла. Давайте, наши, вперед. Вот бастион, давай. Там, вот, братан, я очень надеюсь, что, ты сейчас залезешь на крышу. Повторим. На крышу того дома и будешь их отстреливать. Я очень надеюсь, что сейчас сделаешь именно так. О, молодец. Падла. Ну-ка, сейчас я постараюсь его обойти. Получай, это сработало, да? Ха. Ну-ка, у меня уже есть ульта. Бежим, ульта. О, красавчик Бастион. Применил свою ульту. Ну-ка, сейчас, я думаю, мы свою поименим. Телепорт. Дыхание смерти. Отдыхай. На колени предо мной. Ну-ка, я думаю, сейчас хороший момент, чтобы ульту поименить. Так, ну я уничтожил катализатор и еще их ангела уничтожил. Так что это хорошо. То, что хоть меня и убили, но тем не менее, я уничтожил довольно две важные вещи для них. То, что катализатор, он же их усилял, и ангел, он же их хилило. Так что... Так что я считаю, что все-таки хоть и малую пользу, но я сделал. Блин, там что? Опять что ли этот Гензи тут стоит? Или что? Ладно. Опа, ты что, охренел, падла? Ты куда ушел? Ай, мне сейчас пипец, походу. Да. Так, ну ладно, ребят. То, что вы сдерживаете грустно, хорошо. О, блин, минус... Я отомщу. Минус бастион, это плохо. О, красава, красавчик, спил ульту ему. На колени передо мной. О, вообще красава. Блин! Подхильте! Исцелите. Да блин, а! Где медик, блин? Куда медик делся?
Я закончу начатое. Давай, давай. Нельзя, чтобы они груз довезли. Если довезут, то нам... Нам будет жопа, если довезут. Ну-ка. Отдыхай. Осталось 30 секунд. Ну-ка, сейчас я его добью. Получай. Думал, один раз меня убил, и все уже. Ты герой. А вот Хэйен тебе. Спасибо. Уходим. Все равно они нам уже ничего не сделают. Да, получайте. Уроды такие. Все равно вы продули, а мы выиграли. Ха. Лучший момент матча. Это наш красавчик или, или какой? Да, наш, молодец. Береги, сейчас хватит. На колени передо мной. Вот он красавчик. Потому что этот красавчик, это реально красавчик. То, что, блин, он Гензи сначала ульту сбил этому, который... А Гензи мог нас разложить с помощью своей ульты. Наконец признали! Так он ему ульту эту сбил, это ему за это респект. И еще... И еще своей адской шидой это еще сбил ульту второй там этой. Вот я забыл, как зовут у героиня. Короче, сразу две ульты падая сбил. Это респект ему. Просто огромнейший. Ну что же, ребят, а я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. Мне будет очень приятно. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока.